Наши коллеги из Ливана и Китая посетили Иркутский технический университет в рамках пресс-тура, организованного Министерством иностранных дел Российской Федерации. Министерство периодически предлагает аккредитованным САПКОРам зарубежных средств массовой информации познакомиться поближе с российскими регионами для формирования более полного представления о жизни в стране и ее экономическом и культурном потенциале. Мы много хотели увидеть, много услышали про Иркутск, про области, про глубину, вот там можно сказать, сердцевины вот, технологического потенциала вот, производственного, вот, промышленного вот, России, особенно в Сибири, где суровые условия. Коллеги по цеху после посещения самого Восточного национального исследовательского университета утвердились во мнении, что отдаленные российские территории вполне могут быть полностью встроены в общемировое экономическое пространство, не только в качестве ресурсно-сырьевой базы, а их университеты могут стать опорными точками для укрепления международного сотрудничества. Специалисты, вот они на высоком уровне подготовлены, может быть, что-то им не хватает вот, в технике. Если будет соответствующая поддержка не только институту и всему региону, я думаю, что вот этот регион может сыграть очень большую, великую роль на мировой экономике и промышленности. Трехдневный пресс-тур МИДа России, кроме визита в Эрнитту, предполагает посещение иностранными журналистами озера Байкал и встречу с главой региона.